Класс предшкольной подготовки. Образовательная область познания. Урок «Предметы основы математики». Тема занятия «Овощи и фрукты. Решая примеры, обвожу цифры». Давайте, дети, дружить друг с другом, как птицы с небом, как травы с лугом, как ветер с морем, поля с дождями, как дружит солнце со всеми нами. Задание первое. Семья Тимура любит фрукты. Назови, кто что любит, реши примеры и наклей ответы. Молодец! А сейчас мы с тобой немного отдохнем. Ты умница. Ну а мы продолжаем. Задание номер 2. Обведи ручкой. Заполни пустые окошки, чтобы в сумме получилось число 3. Задание номер 3. Выполни действие на яблоках, и ты узнаешь, в какой цвет тебе нужно раскрасить каждое из них. И не забудь про смайлик. На нижней ступеньке тебе надо нарисовать смайлик. Грустный, если у тебя было много ошибок. На второй ступеньке
Нарисуй смайлик с ровненьким ротиком, если у тебя было мало ошибок. Ну а на третьей ступеньке нарисуй веселого смайлика, если у тебя все получилось. Ты сегодня молодец, работал отлично.